В очередной раз я вас приветствую, и сегодня у нас на очереди 13 уровень 18 мира, район собрания Демоншира. И вроде этот сабквест связан с Присциллой. Да-да-да, нам скорее всего нам расскажут сейчас историю, как Присцилла собирала воинов, которые пришли к нам на помощь. Ну да, вот Валенсия, вот Присцилла, вот монстры и спасенные ею люди. Пиу-пиу-пиу. Там есть временная база, так что укройтесь там. Да, мадам. Здесь нет подходящих лагерей, а странные монстры бесчистывают. Эта ситуация больше похожа на катастрофу, чем на войну. Тогда проводить дальнейшую разведку будет бессмысленно. Вернемся на базу, присоединимся к Рэй, который проводит поиски, и быстро оценим ситуацию. Я уверен, что наши солдаты больше всего потрясены этой ситуацией. Они доверили мне свою жизнь, поэтому мне нужно быть настойчивой. Так, ну хорошо. О, мы даже за нее сражаться можем. Это прелестно, просто прелестно. Так, опять у нас 30 шляпок Кадена. О, эти раны от тех монстров, что только что... Назад, мисс Присцилла. Я видел, как взорвался труп, атакованный монстром. Было бы разумно не приближаться к ним. Я хочу приблизиться к ним. Серьезно, ваншот? Это, блин, прикол, конечно. Ай, да блин. Я ж не хотел подходить. Ладно. А что ты такая хиленькая? Блин, тебя один трупик убивает. Мы столько ходили, столько трупов повзрывалось рядом с нами. А тут один трупик и все, и труп. Так, слушай, ну, а зачем мне двигать ее? Ага, ясно. Пускай так и будет. Так, что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать сегодня? Так, ну для начала мы двигаем вот эту дичь, потом мы двигаем вот эту дичь. Давай еще подвинем. Хорош. Теперь еще вот эту дичь подвинем. Давай еще. Ага, я молодец. Так, и выдвигаем тебя куда-нибудь туда, чтобы ты не мешалась. Так, шляпок Кадена там нет, к сожалению. Слушай, а мы тебя подвинуть можем, классно. И тебя можем подвинуть, тоже прекрасно. Только проблема в том, что мне это нахрен не нужно, потому что мне нужно их задвинуть сюда, чтобы дать сюда заряд. Но зачем? Скорее всего, может быть, сеть перегрузить, чтобы она отключилась, и мы могли бы забрать магнитик. Потому что другой идеи у меня просто нету. Ну, попробуем, почему бы и нет. Ну-ка. Ну, и в чем проблема? Просто, блин, меня вот бесит вот эта херня. Вот тут две клетки, нормально. И вот тут две клетки, уже ненормально. Какого же черта? Эх, ладно, ладно, ладно. Слушай, ну, а как тебя? Короче, прерываем тебя. Так, бросаем. Ты можешь в другую сторону бросить, а? Не можешь, это печально. Это очень печально, знаешь почему? Потому что ты меня бесишь. Так, давай тогда тебя сюда, сюда. И потолкали. Я толку от этого нету. А, нет, все же есть толк. Ну хорошо, двигайся со мной. Так просто было. Эх, грусть, тоска. Я думал, тут будет посложнее какая-нибудь схема. А тут... Ладно. Разочаровывайте меня. Слушай, погоди. Погоди, погоди, погоди. Просто тут очень сильно похоже на то, что тут есть какой-то секретный проход. Я могу ошибаться, а могу не ошибаться. Ага. Слушай, а тебя тоже можно, да? Да, тебя тоже можно сдвинуть, хорошо. Так, только вопрос, вопрос, вопрос. Вопросы, нет ответа. Давай тогда тебя подвинем сюда. Нет, нет секретного прохода, просто вот так вот. А, тебя можно было с... Ай, ладно, хрен с вами. Короче, ее можно было еще ниже опустить. Только толку от этого. Да, толку особо и нету, потому что ее все равно нужно было сдвигать. Ну, не ее, а с другой стороны сдвигать, короче, плевать. Так, что тут? Я чувствую, что что-то зловещее. А ты что чувствуешь? Вонь хуже крови. Ага. Ну ладно, плевать. Внутри вроде бы нет ничего необычного. Отличная работа. Навались. Может, свались. Мы завершили разведку. Получили ли вы какую-нибудь новую информацию? Как и ожидалось, в этом большом месте нет ни союзников, ни врагов. Здесь пахнет монстрами, и люди здесь разбежались, оставив все свои вещи. Итак, у меня есть вопрос ко всем. Мне кажется, что война закончилась. Неужели мы действительно собираемся это делать? Если мы продолжим, то, что произойдет после этого, совершенно неизвестно. Если мои инстинкты верны, игнорирование этой ситуации только приведет к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. У меня нет планов отступать в нынешних обстоятельствах. Мы должны встретиться с Ульки. Я приму решение после того, как мы все встретимся с королевой Лилитой и Ульки. Еще слишком рано сдаваться. Демоншир тоже переживал подобные ситуации. Точно так же, как и Ульки. Не отказался от Демоншира. Я также не отказываюсь. Ну хорошо. Если ты здесь, то думаю, я тоже.
Давай приступим к перемещению туда, где находятся войска связи. Вы все, оставайтесь здесь. Дам-дам. О, у нас еще два союзника. Прекрасно, прекрасно. Толку от этого все равно нету. Слушай, погоди. А мы не можем туда зайти. Грусть, печаль, слушай. Ну-ка. А нихера там нету. Ну и хрен сюда хотя бы золотой куб положить. Так, что у нас тут? Ребят, как у вас дела? За что я боролась? За свою жизнь. Че у вас тут? Ой, все, идите в пень, короче. Никто не хочет со мной разговаривать по-человечески. Одни животные. Пошли прочь, вы монстры. Спасать его будем, нет? У меня кончились патроны. Кто-нибудь помогите. Полагаете, монстры не утруждают себя различием друга или врага? Что еще более важно, мы должны спасти этого человека. Ты хочешь сказать, что потратишь драгоценное время на спасение этого Саула? На спасение этого и Саула. Разве нам не следует найти путь внутрь как можно быстрее? Но это наш шанс получить информацию о Сауле. Есть ограничения на объем информации, которую можно получить от обычного солдата. Они правы. Спасение вражеского солдата в такой ситуации действительно рискованный шаг. Мы обязаны помочь ему. Ты этого не знаешь наверняка. Мы должны сделать все, что можем прямо сейчас. Хорошо, хорошо, я понимаю. Мы обыщем базу, а ты пойдешь ему помогать. Хорошо, я предоставляю это тебе. Пошли, мисс Присцилла. Не пошли, а пойдем. Собака неграмотная. Ладно. Так, друг, давай. Блин, ну, вот они же слабаки. Ты мог их в рукопашку завалить. Спасибо, что спасли меня. Не стоит нас благодарить. Мы подкрепление под командованием королевы Лилит. Вы под командованием королевы Лилит? Однако, если вы отстатитесь и будете сотрудничать, с вами ничего не случится. Да, для начала у нас есть пара вопросов. Так, что с Саулом? Каково сейчас там состояние? Я точно не знаю, я был занят, спасался сам. Цепочка командования рухнула, так что остались в основном только мы, обычные солдаты. Означает ли это, что Саул больше не способен управлять действующей армией? А что за монстры? Что ты знаешь о монстрах, которые бродят по округе? Это были черноглазые солдаты Саула, но они превратились в монстров. И говорят, что черноглазым солдатам помог какой-то подозрительный тип. Это наверняка его рук дело. Подозрительный тип, говоришь? Солдаты Саула превращаются в монстров. Я понятия не имею, что происходит. Похоже, это вся информация, которую мы можем добыть. Внутри есть временная база, так что идите туда. Спасибо, спасибо большое. Не благодари нас. Это жадность с моей стороны. Желать ничего не потерять, Валенсия. Я не могу сказать, как их ход будет правильным. Но, по крайней мере, я знаю, что тебе не следует быть нечестной с самой собой. Хорошо, давай поторопимся и наверстаем упущенное время. Да у нас времени вагон просто. Пфф, серьезно, шляпки нет ни одной. Ладно, золотой куба зато у нас. Слушай, а мы назад не можем? Нет, к сожалению, не можем. Ну и ладно, пойдем тогда вниз. В любом случае, мы с этими двумя пересечемся. Так, ладно, подождете. А что мне тут освобождать нужно? Такой вот вопрос. А я туда не попаду. Да. Я туда не попаду. Короче, нам нужно что-то сделать. Я понял, что нам нужно сделать. Нам нужно достать красный магнит, чтобы примагнититься к этому синему магниту, попасть на ту сторону, а красный магнит тоже находится на той стороне. Понятно. Слушай, ну мы тогда тут бессильны, поэтому идем дальше тогда по сюжету. Понятно. Ага. Слушай, а что если... Давай потом. Сначала дойдем до этих. Смотрите, кто там. Я думаю, все хорошо совпало с теми, как хорошо ты выглядишь. Чё? О чем речь? Расскажи, что ты узнал о войсках связи. Хорошая новость в том, что они знают, где находятся основные силы Лилит, и отправили поисковый отряд. Это правда? Тогда мы должны быть готовы присоединиться. Но есть другая проблема. В это трудно поверить, но ситуация внутри серьезнее, чем мы думали. Повсюду появляются рифты, разломы, неправильные формы, неопознанные монстры. Мы не можем делать предложение, основываясь только на этой информации. Но звучит неплохо. Или плохо, хрен его знает. Какой-то косой перевод. Если мы так разместим наших солдат, я не могу себе представить, насколько велики будут наши потери. Сообщения о жертвах продолжают поступать. И они говорят, что заметили несколько огромного монстра, что даже целый отряд его не может одолеть. Лифты, гигантские монстры. Но королева Лилит. Следует потратить некоторое время на размышления. Если бы граф Клод был здесь, он принял бы взвешенное решение. Но его тут нету. Неужели армия Лилит тоже отступает?
мы могли бы ворваться туда и просто погибнуть, вообще не пересекавшись с ним. Не лучше ли бы было бы подождать, пока они с нами свяжутся? Мы выполним все пожелания, насколько это возможно. Мы не можем просто слепо следовать интуициям в таких опасных обстоятельствах. Я приняла решение. Мы приостанавливаем наш прогресс. Здесь все остаются наготове. Однако мы не отступаем и не можем стоять в стороне вечно. Я пойду и попытаюсь найти контакт с армией Лилит или узнать, что именно происходит. Ну, как угодно. Не спи, Сцилла. Если ты идешь, то я пойду с тобой. Хорошо. Так, ну я пока никуда не иду, поэтому ты просто со мной тут шастаешь. Слушай, ну предположим, я могу, конечно, задвинуть эту хрень туда, но толку от этого не будет. Да, абсолютно никакого толку. А тебя мы сдвинем... А, слушай, подожди, точно. Мы можем пойти сюда, похвалить с этим псом и спрыгнуть сюда. Прекрасно. Так, пошел нахер отсюда, давай. Так, и ты тоже. Все, великолепно. Слушай, ты, я не знаю, вряд ли она нужна будет. Так, ну поехали. Угу. Так, теперь открываем дверь. Замечательно, дальше. Дальше, погоди, нужно разведывать сначала. Так, сюда нужен синий, ясно. Тут у нас что? Тут, значит, делаем так. Вот так. И попробуем протащить красный, чтобы не зацепить, уже зацепил. А почему бы его так и не сделать? Точно. Идеальный план. Все, выбрасываем это. Достаем вот это. Нажимаем сюда. Хотя там нету, жалко. Пойдем со мной. Полетели. Прекрасно. А толку мы сюда попали? А, сюда нужно было попадать. Блин, хреново. Я думал, тут какой-то секретик такой. Это просто путь. Ты здесь. Я ждал. Отлично. Расскажи нам, что вы обнаружили. Мы нашли путь к армии Лилит. Но... Путь, ведущий внутрь, заблокирован теми, кто находился внутри. Чтобы открыть его, потребуется немало времени. У нас нет времени. Другого выхода нет. Мы нашли тропинку за палаткой, но она полна черных трупов. Но если мы сможем связаться с кем-то внутри, мы сможем открыть путь. Хорошо, я пойду туда сама. Да, мадам, дайте мне знать, когда будете готовы. Мисс Прицилла, неизвестно, вернешься ли ты, если уйдешь. Я к этому готова. Если для тебя это проблема, я буду уважать твой выбор, оставить меня. Этого никогда не произойдет, мисс Прицилла. И куда мы отправляемся, значит, с тобой нужно будет поговорить при отправке. Маленькая тропа. Где маленькая тропа? Покажите мне эту тропу. Ага, ну вот. А, нет, не она. Или она. Так. Слушай, ну я пошел. Открывай. Готово? Да. Так, ну тут просто нужно аккуратно пройти и все. Так. Ага, все, я тебя понял. Шаг назад, шаг вперед. Так. Слушай, легко, довольно легко. Что происходит? Fucking shit. Что за херня? Что за подстава? Побежали. Оп. Тихо. Слушай. А, нет, стоп. Да. Блин, какая ты слабая. Ты ничтожная. Просто ты... Ну, она бесит. В натуре ты, блин, не королева полубога демона вампира. Ты чмошница. Настоящая белобрысая чмошница. И подруга твоя, которая не подруга, а как ее? Как их называют-то? Короче, десница пускай будет. Ты тоже чмошница. Вот вы две чмошницы. Самые слабенькие, бесполезные. Да блин, да черт. Как мне тут нужно пройти? Нет, я знаю, как мне пройти нужно. Просто нужно сделать вот так, не вот так, а вот так. Потом нужно включить четыре стороны и пойти, спокойно пойти. Подожди, не мешай. Ай, блядь. Че ты так быстро взрываешься, а? Так. Побежали. Оп, добежали. Стопе, блядь. Тихо, аккуратно. Ну, еб твою дивизию. Я хер в жизни, когда пройду это. Нет, это пройду, конечно, но с какой попытки вот вопрос такой. Так, тихо. Ну вот, блядь, оно куда-то ускоряется, разбегается. Отвратительно. Так, блядь. Побежали направо. Почему ты не повернула направо, дурная? Вот серьезно, ты дурная? Эх. Ладно. Так, поверни. Так. Блин. Нормально же было все. Вот последний просто поворот не вписался. Ну, бывает такое. Могли бы дать поблажку, а? Блин, ну вот... Вот этот крестик управления меня раздражает, потому что он не откликается на мои касания.
Так, 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 все, побежали. Уа, красава. О, тихо, 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 не тормозим. Теперь нет пути назад. Валенсия, у меня все получится. Пока ты не сдаешься, я тоже. Сдавайтесь, дуры, у вас нет шансов. Тем более под моим управлением. Ладно, я вас выведу, не переживайте, девочки. Так, ладно, это ладно. Ой, мутанты, монстры, чудовища, ладно. Да. Жирный монстр. Ага. И что ты мне предлагаешь сделать? Ясно, понятно. Так, 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 слушай, ну, давай тебя сдвигаем тогда. Давай тебя подальше отодвинем теперь. Пойдем за мной. Давай, короче, ты идешь. Потом сойдет, хрен с тобой. Давай тебя сюда, потом бросай. Да уйди, слушай, не ходи за мной. Теперь тебя наверх. Тебя туда же. Вы достаете? Да, вы достаете, прекрасно. А тебя мы просто двигаем вниз. Почему бы и нет? Вот таким вот образом. Магнитик, послужи мне последнюю. Вот и собака, а. Давай вот так. Это хорошо. Это сопротивляется еще гнида. Дверь не должна быть открыта. А что произойдет? Что такого? Как здесь оказался губернатор Теманшира? Армия Теманшира присоединится к силам Лилит. Итак, мы хотим, чтобы вы открыли заблокированный путь. Что значит открыть путь? Ты хочешь, чтобы мы умерли? Да, я хочу, чтобы вы сдохли, потому что вы меня бесите. Вам не о чем беспокоиться, мы гарантируем вашу безопасность. Армия Лилит и армия Саула покинули нас. Мы для них просто приманка. Если мы вернемся, нас снова оставят. Это неправда. Королева Лилит ни за что не поступила бы с тобой так. Да что ты знаешь о войне? На войне не бывает состраданий. Солдаты Саула будут казнены по прибытию. Как сказал Мориан, тебе легко хватить войны, потому что ты просто соплячка, которая не... Что? Они ее не знают. Соплячка? Что ты сказала? У тебя есть предсмертное желание. В любом случае, мы не сдвинемся с этого места. Не на дюйм. Валенсия, я правда выгляжу как соплячка? Да. Не служите их, мисс Прицила. Вы мега соплячка. Они начнут доверять вам, когда... Вы просто поговорите с ними. Хорошо, я уверен, что смогу убедить их в кратчайшие сроки. Нахера? Просто их отхерачить, и все проблемы решатся. Ладно, давай с тобой побазарим. О боги, неважно, кто из вас кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня. Не похоже, что мы доберемся до него в таком состоянии. Хотелось бы, чтобы что-то могло нам помочь. Похоже, что... Ну, с тобой. Никто меня не найдет, если я спрячусь с этим камнем. Думаю, не только вампиры прячутся за тьмой. Слушай, ну, блин, а толку от этого? Ну, что ты еще собираешься сказать? Если ты собираешься обвинить меня в неуважении, сделай это быстро. А, ну, давай поговорим с тобой. Просто выслушай меня. Как я могу доверять тому, кто не понимает войны? Ты, блядь, дохуя понимаешь, сидишь, сука, в укрытии, блядь, что-то... Кстати, муха не в Присциллы. В том же духе я разозлюсь. Что? Я не думаю, что это правильный метод. Да нормальный метод, чё ты? Ранее ты назвал мисс Присциллы соплячкой, которая ничего не знает о войне, верно? Да, именно так, тут нечего отрицать. Сколько у тебя лет опыта в боях? Прошло 50 лет, как я присоединился к армии. Я помогала графу Клоду в качестве члена элитной королевской гвардии почти 200 лет. Казнь сдавшихся солдат противников осталась в прошлом. Но даже если они попытаются это сделать, Демоншир защитит вас. Серьезно? Конечно, если ты только сомневаешься в моем многолетнем опыте, почему бы тебе не вызвать меня на дуэль? Хорошо, я доверяю мисс Прицилле. И все? Серьезно? В любом случае, мы просто расходный материал. Использовать его как пакет с кровью. Все в порядке, мы все еще можем использовать тебя как пакет с кровью. Мне жаль. Я не думаю, что это правильно. Да нормальный метод, ну что-то я не знаю. Подумай о своих товарищах. Все мои товарищи на моих глазах. Не стоило их, нормально. Если бы меня не волновали мои солдаты, пришла бы я лично. Это? Уверена, ты знаешь, что это место опасно. Поэтому я пришла сюда по своей инициативе. Возможно, я не знаю, через что тебе пришлось пройти. Но могу сказать тебе вот что. Я не считаю тебя расходным материалом. Я согласен, что приехать сюда лично было очень смело с вашей стороны. Хорошо, я поверю. Давай с тобой поговорим. Не хочешь, ну и пошла нахер. Просто смотрите, это со мной... А, погоди, нас и так четверо, чё мы? Да, нормально, все, поехали. Да, двигай. А вы оставайтесь, подыхайте тут, черти.
Ну ладно, это не хочет дальше разговаривать. Короче, нужно уничтожить камень. Да-да-да. Слушай, есть прекрасная идея. Так. Секундочку, заберем вот эту дичь, потом поехали. Это максимум. Давай ты сюда. Потом тебя еще чуть-чуть пододвинуть. Еще. Все прекрасно. Теперь. Давай двигайся, черт. Да тихо. Собака ты, а? Чуть не заруинил мне все. Костюмчик. Одеяние истинной тьмы. Говорят, что ношение этого наряда порождает безграничную смелость. Это наряд главного героя, одного из моих любимых комиксов. Насколько я помню, у нее были отличные навыки убеждения. Возможно, будет полезно обратиться к ее методам. А можно этот наряд себе потом оставлю, а? Так, я с собой бомбу заберу, она мне пригодится. Только, походу, я не дотащу. Да. Ладно. К сожалению, без бомбы. Так, слушай, ну... Ну, блин, ее нужно в любом случае взорвать. Так, вставай, маленькое создание. Что, что ты? Я полувампир. У нас следующий кровь чистокровного вампира и благородного демона. Даже и боги боятся меня. Присцилла, полувампир, которого боятся даже боги? Не бойтесь, ведь я спустилась на эту землю, чтобы спасти ее. Ох, серьезно? Да, поэтому тебе следует поторопиться и открыть мне путь. Хорошо, могучий полувампир. Общение с человеком, не способным к нормальному разговору, с использованием ненормативной лексики, это техника убеждения нового поколения? Нет. Разве я не была просто потрясающей? Может быть, была, может быть, не была. Слушай, ну с тобой вот так просто не получится, потому что нужно притащить вот эту бомбу. Слушай, а вот в эту сторону не могу ее сдвинуть? Могу. Так а чё я... Окей. Все, Натя, лови бабах. Что, страшно? Испугалась? Здесь тоже небезопасно. Если ты поможешь нам открыть путь, мы отвезем тебя в безопасное место. Хорошо. И все. Бесполезное создание. Где? Давай без затемнения экрана. Вы же не собираетесь теперь заставлять нас платить за неподчинение приказам, не так ли? Не переживай, я не буду возражать против твоего кратковременного момента недоверия. Важно то, что в конце концов вы доверились мне. Наш спаситель, великая мисс Присцилла. Подожди, ты собираешься искать королеву Лилит, верно? Сказать по правде, поблизости были обнаружены сигналы, относящиеся к отрядам Лилит. Теперь, когда дело дошло до этого, мы не можем больше здесь прятаться. И если мы последуем сигналу, мы сможем воссоединиться с войсками Лилит. Если ты не против, присоединишься ли ты к нам и отправишься по сигналу армии Лилит? Конечно, пожалуйста, веди нас к сигналу. Собаки бесполезны. Так, давайте еще раз внизу проверим. Чисто на всякий случай, что мы действительно ничего не пропустили, мы все собрали. Все у нас хорошо. Ну да, в принципе, нормально. Значит, последние две шляпки Кадена находятся где-то справа. Угу. Так, взрывоопасные черти. Обходим их стороной. И последний поворот. Так, проверяем, тут ни хрена точно нету. Что у вас? А, рифт. Рифт в лесу. Эти рифты действительно повсюду. Если мы поторопимся, мы окажемся в опасности. Да в какой опасности ты окажешься? Нормально все. Уф, я ненавижу физические нагрузки. Эти мерзавцы. Да серьезно, вы сами не могли справиться с этой чепухой. Спасибо за твою помощь. Я вижу, что их сигнал был от товарища стражника. Сульки королева Лилит, все в порядке? Мы были на другом конце боя, но ситуация стала странной, поэтому мы сейчас идем по некоторым следам. Этого не может быть. Лилит и Ульки прекрасно справятся, так что не стоит волноваться. Судя по их движениям, не похоже, что они убегают. Я уверен, что в такой ситуации они прилагают еще больше усилий ради общего блага. Теперь, когда мы позаботимся об этих негодяях, мы собираемся найти Лилит и отправиться в мир демонов. Нам нужно поторопиться, разломы рифты, из которых приходят монстры, становятся все больше. Королева Лилит, стражник, даже товарищи стражника, я вижу, что никто из вас не отступает. Если это так, я возглавлю наши силы и сразу же присоединюсь к вам. Отлично, тогда все решено. Мы пойдем первыми и расчистим путь. Быстрее, следуйте за нами. Эй, солдаты, почему бы вам не пойти с нами? Это можно. Ёбаные предатели, просто в ахуе с вас. Валенсия, отлично. Наши солдаты будут рады услышать это. Отличная работа, мисс Присцилла. А теперь давай поторопимся и вернемся на базу.
Ну и, в принципе, все, мы собрали все, что можно. Открываем путь. Господа, товарищи, пойдем. Что случилось с нашей базой? Рифт. Из рифта поползли монстры. Вся информация была правдой. Мы все умрем. А кто тут? А, да ты, в принципе, один живой остался. Пойдем со мной. Рифты достигли базы. Те, кто внутри, в опасности. Давайте двигаться. А куда двигаться? Тут уже все это... Все кончено. Тут только одни трупы. Не паниковать. Эвакуируйтесь прямо сейчас. Куда вы побежали, ебаный в рот? Выход с другой стороны. Ты против меня. Это Рэй. Валенсия, я ставлю базу тебе. Я пойду за Рэй. Да, мадам. Ебаные черти просто разбежались, и мне теперь за вас нужно тратить свое время, чтобы вас спасти. Стоять. Я не буду давать поводов для негодования. Давай сразимся. Ты сразу в режиме ульты, ну полуульты, скажем так. Блин, вот, честно говоря, мне этот режим не особо нравится, потому что он иногда тормозит наше движение. Не люблю атаки, которые тормозят наше движение. Мисс Присцилла, ты только что в одиночку? Это правда? Мисс Присцилла в одиночку натрала задницу этому монстру. Я позабочусь обо всех монстрах на базе. Может, позаботилась? Уф, кажется, я перестаралась. Валенсия, что отец делал в такие времена, как эти? В подобных ситуациях граф Клод оставался еще более сдержанным. Однажды он бросился в бой, заявив, что ему не нужны те, кто в него не верит. А потом, как и вы, он вернулся со своей миссии и доказал свою силу. С тех пор я поклялась, что не буду сомневаться в лидере, за которым следую. Даже если ваши сегодняшние методы были немного нетрадиционными. Вы представляете себя великим лидером, очень похожим на графа Клода. Ты права, я не ошиблась. Я собираюсь спасти всех не из жалости, а по собственной воле. Валенсия, собери наши силы. Да, мадам. Живое мясо. Я понимаю, вы все сейчас напуганы. Но мы не можем допустить, чтобы рифты распространялись по миру демонов. Даже сейчас Лилит и рыцарь сражаются изнутри. Я клянусь вам, здесь и сейчас, что буду защищать каждого из вас, а также мир демонов. Итак, доверьтесь мне. Исследуйте моему примеру. Ура! Тут все, мы... Ну да, мы, в принципе, собрали армию, потом мы пошли на помощь к себе. Просто глупо получается. Мы вот этот квест открыли уже после того, как встретились с этой шайкой. По сути, насколько я помню. Но я могу ошибаться. Но вряд ли ошибаюсь. Блин, напомните, кто смотрел серии, напомните. После этого уровня мы открыли этот сабквест или... Точнее, после встречи с ними мы открыли сабквест или до встречи с ними. Потому что, по-моему, после. Если после мы открыли, то, блин, это вообще тупо. Делать сабквест, как они собирались, уже после того, как мы их встретили. Нахрена? Вот если бы это было заранее, до, тогда было бы интересней.